Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть драконы всадники Олуха. Так, первый день, забираем с тобой древесину. Так, и у нас беззубик. Опа. Опа-на. А, бронекрыл. Блин, я думал там что-то такое. Я не знал, что это яйцо у него такое, у бронекрыла. Но все равно приятно. Что-то новенькое, ребята. Хоть что-то новенькое мы с вами получили. Ох! Вот это подарок, ребята. 600. Просто хоба-на, получи. Молодцы, спасибо большое. Вот это действительно полезный подарок был, блин. Просто на тебе, Рэйчик, 600 этих железа. Это сколько ходок там одного дракона? 4 ходки одного дракона, который по 150 приносит нам. Ну так, грубо говоря. А так, на тебе. Молодцы, шикарно. Порадовали меня сегодня, порадовали. Давай, иди там у реки тусуйся. Так, на поиски побежал. Так, сколько надо там для тебя-то? Ой, нет, я ошибся. Не тебе мне нужно. Так, да нет, никакое не приключение. Никакое не приключение. Нам надо... Значит, все-таки вопль смерти все-таки, да? Все-таки вопль смерти. Так, давай, ищи. Да, ребята, вот редкое яйцо, бронекрыл. Да, он его и нашел, но... Нет, это неплохо. Конечно, мне нужно немножко другое, но это, я считаю, неплохо. Так, заберем с тобой фрукты, наверное. Ну и все, как бы, здесь. Так. Переходим. Хотел сказать плавно. Плавнее некуда переходим. Прям так плавно. Давай, иди тренируйся. Малыши, тоже идите тренируйтесь. Как говорится, не беспокойтесь. Все оплачено, все проплачено. Так, ну что, парень, тебе, наверное, пора, наверное, идти за древесиной, уже добывать ее в конце концов. Так, сколько ты там три... Подожди, не этот. Вот. Да, друзья мои, да, да. Будем его прокачивать. Так, здесь забираем с тобой вот так награду. Ты за рыбой погнал. Так, где мой... Ты давай-ка за древесиной, наверное, сгоняешь. Что-то я не понял. А где у меня этот-то? Водохлеб, вот он. Ну давай, давай, не жмись. Стоит там, жмется, как кусок какой-то. Ты за рыбой. Ты за рыбой. Тут даже не обсуждается. За древесиной. За древесиной, за древесиной. Ты на прокачку. Тут бесспорно. Ты за деревом. Ты за деревом тоже полетел. Это мало, конечно, он приносит. О, гнилец. 77 тысяч. Нормально? Нормально. Так, что там у нас по рыбе? По рыбе у нас все окей. 137. Тогда ему и даю задание, ребята, лететь за рыбой. Так, ну что, вроде бы роли все... Подожди. Пускай летит за древесиной, бог с ним. Так, вроде бы всех драконов, ребята, отправил. Сейчас, подожди секунду. За рыбой отправим, пускай летит. И тебе тогда за рыбой лети. Нечего там прохлаждаться. Ну, вроде бы все... Так, подожди. Тогда этого за деревом отправим. Так, эти мы с тобой задания выполнили. По крайней мере, все у нас в пределе. Все эти... Бесплатные лазейки по добыче у нас с тобой заняты. Так, загадочный пак, громобой, кревет, кошмарный пристеголов. Чуточку ресурсов, всего лишь 8 рун мне здесь выделили. Давай-ка мы сезоночку тоже с тобой заберем сейчас. Наградку нам дадут. Угу, одна наградка есть, как говорится, в кармане. Сейчас мы посмотрим, что у нас тут. Что у нас тут? А тут банка светлячков праздничных. Ладно. Так, ну что, вроде бы
по этим мы определились, да? Все. Какой ты уровень? 45-й, маленький еще. Может, этого? Премиум. А он собирает у нас? Пускай летит. Пускай летит, ребят. Каша не просит. Нюхохвата, кстати, тоже можно, ребята, обучить. Не получится. Он быстро прокачается, и все будет тип-топ. Может, мне попробовать обучить шокохвата? Что ты о них знаешь, Астрид? Ну, они могут создавать электрический разряд, способный уничтожить целый корабль и всех на его борту. Что-то я уже не рад, что спросил. Ладно, шокохват, давай не будем спешить и сделаем все красиво. Повысить уровень шокохвата до 48-го. Поручить шокохвату добывать рыбу. Оу. Так, подожди, шокохват. Разместить. На острове нет свободного места. Пипец. Ну как так-то нет свободного места? Ну шокохват, ну серьезно. Для шокохвата нету свободного места. Прикинь, мне некуда, ребят, поставить шокохваты. Ну жесть. Мне даже убрать-то нечего, чтобы как-то, ну, как-то его разместить там, я не знаю. А вот это что такое? Что это вот такое, ребята, а? Какого фига здесь валуны делают, блин? Нам надо, скорее всего, да, покупать, но нам еще тысячу, ребята, рун надо. Так, заберем здесь набор. Загадочный. Так, громобой, костолом, кошмарный престиголов. Давай посмотрим, что у нас там по событиям. Выживание. У нас открыто, друзья мои, выживание. Ядрить, макарить. О, до завершения. Да, это я знаю. Ну, оно у нас... Ух ты. Ух ты. Так, что... А. Блин, надо проходить, ребята. Надо проходить. Карта в конце такая. И я думаю, стоящая. Лишь бы мы, конечно, с тобой тут осилили. Так. Но пока, ребята, это мой контингентчик. Потому что они у нас синюшные. А синюшные, как ты знаешь, это как раз под меня. Ну, по крайней мере, под Барсика и под Штормореза. Это как пить дать. Кривоклык, конечно, здесь немножко будет фейлиться. А вот эти вот ребята мои. Эти ребята мои. Так, если таким дальше образом пойдет, я думаю... Первую волну мы, наверное, с тобой очень даже быстренько пройдем. Ну, не первую волну, я имею в виду вот эту вот первую битву, давай так назовем ее. Очень даже легенько мы затащим. Потому что если синюшки будут, то это круто. Мы можем с тобой еще вместо кривоклыка взять одну синьку. Ну, я что-то не уверен, что у меня, конечно, есть. Так, ну что, полволны мы уже прошли. Я не буду пока, как говорится, А, пониженная атака. Давай тогда сделаем так. Сюда. Ну, ты видишь прекрасно, что, ребята, вот пониженная атака, повышенная атака. Куда идет определенная атака. Соответственно, мои ребята вот здесь с повышенной атакой бомбят. Зеленый такой треугольничек. А когда красненький, то это значит пониженная идет атака. Но вот здесь немножко уже похоже, друзья, потому что здесь краснуха у нас появилась. И краснуха это у нас тройной удар. И опять на меня повесили эту фигню. Пониженный урон, так скажем. Не очень-то хотят. Главное этому охламону не дать, ребята, накопить 4 энергии. Потому что тогда будет очень неприятно. Смотри, что вытворяет. Ты смотри, что вытворяет, а, гаденыши. Ну. Этот травитель тоже, блин, несчастный. Че ты там стоишь, смотришь? Высматривает он что-то. На, по башке получил. Сдуло. Так, это пятая, это предпоследняя, ребята, волна. Будет опять понижать, да? Блин, теперь здесь понизил. Вот это плохо. Потому что я собирался как бы на хил идти.
А он понизил, соответственно, мы хильнемся очень плохо. Да вы не оборзели ли ходить-то через каждые 3 секунды? Я даже еще... Я один только сделал ход, они уже, блин, по 2 раза сходили. Че за фигня, эй? Бусурманы. Видишь, хил какой, ребята, маленький. Блин, наверное, надо начинать вот с этого бомбить потом. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Опасно, ребята, опасно. Отвали. Так. Блин, я боюсь, я не успею его запинать. Блин. Придется сделать вот так вот. Что у него на уме, на этой каркатице, я не знаю. Сейчас он, сейчас смотри, сейчас впаяет по самую сурепку. Странно. Очень, друзья мои, странно. Он не стал делать суперудар. Он мог бы меня уже, ну, раскочепурить, но он этого не стал делать. Короче, вот это вот. Да ты заколебал, а? Вот этого надо, короче, бомбить в первую очередь. Потому что он, ребята, вешает на нас дебаф. Именно по уменьшению урона. Тот просто пыхтит. О, хоть промахнулся где-то. Хоть где-то, ребята, он промахнулся. Теперь можно заняться и вот этим щеглом. Ну, я, в принципе, им сейчас и займусь. Плотненько займусь я им. Так. Блин, ну не добили. Все. Так, успокойся. Не дергайся. Вот, пуляй свои вот эти сопли. А мы сделаем так. Хильнемся. И укус. Ой. Ой. Он повысил себе атаку. Вот дурачок, а. Ну что, крутим колесо. И забираем. Оп. Приятно. Получить плод мудрости. Так. Ой, друзья мои, какая тут еще награда. 200 рун. Нам останется всего лишь 800 рун добыть. И мы с тобой купим целый островок. Маленький пускай островочек, но он будет наш. Так. Ага. Ну вот тут вот похуже, друзья мои. Тут похуже, потому что, ну, во-первых, древоруб здесь присутствует. Я уж не знаю, какой он там, этот древоруб. Надеюсь, это не тот, про которого я думаю. А во-вторых, здесь страж. Но этот страж, в принципе, ребят, не такой уж опасен. Мы прекрасно знаем этого лаварыга. Он как бы, ну, такой себе. Но на пятнашке, на 15 уровне, ребят, довольно неплохо держит удар, я смотрю. Да ладно, еще и не распечатали его. Так, ну что, вторая пошла волна у нас. Но награды здесь действительно неплохие в этом событии по выживалке. Посмотрим, что там за пак. Если там еще и 100% гарантированный дракон выпадет, который там нарисован на этом паке, ну это будет вообще шикарно. А если рун дадут еще где-то штучек 500, я вообще буду счастлив. Потому что у нас 200 там сейчас за прохождение вот этого дадут. И присутствует, и может присутствовать, ребята, в паках. Обычно в таких хороших легендарных паках они всегда находятся. Руны. Как минимум соточку, ребят, как минимум соточку они подкинуть должны. Ну, типа за старание, все дела. Давай сделаем сюда удар. Сделаем небольшой отхил. Кусаем. Что-то как-то кривоклык не очень сильно пробивает лаварыга. Я вот что хочу сказать, ребят. Вы не заметили? Должен как бы хоба-хоба и готово, а он ничего подобного. Слушай, это не опасно. Ну, неприятно, но не опасно, ребят. Намного опаснее вот этот вот древоруб будет. 100%. Если он бомбит пламенем, то и массовая атака у него будет пламень. Пламень. Это серьезная заявка. Но этот ханурик, конечно, если будет сейчас бомбить сюда, это будет тоже... А-а-а, жук ты навозный. Вот ты как сделал. Так-с. Ну, давай тогда добьем, наверное, вот этого вот... Змеевика или капкан. Нет, это, наверное... Слушай, ну... По-моему, это капкан, ребята. У него такая способность именно... Массово плевать, насколько я помню.
такой урон ничтожный. Ну, кривоклыв хорошо бомбит. Но он и заточен, грубо говоря, под этих зеленых стражей. Так, давай хильнусь я тогда на всякий случай. Эть! Чуть-чуть не хотела пробить его. Ну, что там пыхтишь? Так, предпоследняя волна. Эти, главное, такие здоровики. А это такой малюсенький стоит вот, неприкаянный. Давай, наверное, все-таки так сделаем. Я понижу ему. Ой-ой-ой. Лаврик, отвали от Барсика. Не трогай его, блин. Он именно... Ох, сейчас, неужели Барсика потеряем? Нет, не надо. А, как это было, блин, ниже пояса удар. Блин, ну ты хмырь болотный все-таки. Ну ты... Вот ты чепушила несчастный, ребята. Ну сейчас мне придется тут транжириться, и причем по полной программе. Во-первых, у них преимущество. Еще следующая волна, а следующая волна будет еще жестче. Ну, пипец, короче. Просто пипец. Еще и с пониженной атакой. Но если вот так вот они будут промахиваться, это ладно, я еще могу понять. С пониженной атакой бомбит его, как смешно просто. Но сдаваться в этом поединке уже нет смысла, друзья мои. Надо уже добивать до конца. Могу подлечиться, конечно, но... Наверное, стоит нам подлечиться все-таки. Все-таки, ребят, я подлечусь. Потому что последняя волна... Нет, мы можем сейчас сделать с тобой немножко по-другому. Хитро. Мы можем с тобой, смотри. Блин, не получается, да? Давай, короче, так сделаю. Потом сделаю вот так и поставлю вот сюда. Пускай он будет в слепоте, да не в обиде, как говорится. Слушай, нам просто фартит, ребят. Нам фартит в плане того, что он... Давай, 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 сделай что-нибудь такое хорошее. Бамс, ну блин. Ладно, еще есть ход у нас. Надо было вот этого, наверное, ребята... Пока была возможность, надо было этого щелкать. Еще поганец творит. Давай так я сделаю. Ну. Блин, он все туда, ребята, бомбашит. Ну, по крайней мере, он ему броню понизил. Ну, что ты там? Так. И так. Угу. Блин, ну Барсика, конечно, распетрушили. Да. Очень круто и очень быстро, главное. Хоп-хоп, и Барсик готов. Даже, я даже не ожидал, если честно. Я даже, ребята, этого не ожидал. Чего он такой тугой-то тут задолбал? Давай разбирайся уже, а? Болотный хмырь. Ну, есть. Так, друзья, рулетка. Крутим, забираем. Опа, серия испытаний. Хорош. И 200 руночек в карман. Забираем. Все ближе и ближе к покупке, ребята, острова. Шторморез, кошмарный пресеглов, шепот смерти. И после, что же там за... Непонятно, что за этот запак. Так, тихо. Ага. Синий фиол. Заколебает, вот серьезно тебе говорю. Травильщик? Да, ребят, травильщик. Почему он на 15 уровне так мало получает урона, ребята? Я что-то не вдупляю. Он на 15 уровне должен надуплиться с двух ударов, а он 3 выдержал. Мне такой расклад что-то как-то не особо устраивает. Вторая волна пошла. И он ходит первым. Хлыщезадый этот.
Давай сделаем так, так. Пробили. Ну, теперь этого спиногрыза. Блин, не добил, а? Так, третья волна. С четвертой добавляется какой-то хмырь. Какой, пока мы не знаем, друзья. Но узнаем. Наверное, какой-нибудь страж. Или древоруб, не дай боже, древоруб там. Все, это будет каюк. Глянем. Все, добивай его. Давай только без вылетов, пожалуйста, игра. Так, жду, друзья мои, жду. Будем надеяться, что это легкое подвисание, как и в черепашках ниндзя. Но я в такой, в этой игре я такого не наблюдаю. Есть, прогрузилась. Краснуха, блин, ребята, краснуха тут. Блин, не есть хорошо, конечно. Ёпрсеты, он же мощный. Это же этот. Это ужасное чудовище. Слушай, ты не оборзел ли, а? Давай, наверное, сюда вот так вот сделаем. И тут массовый добьем. Это четвертая волна, еще две впереди. Еще две впереди. Так, грохнул я этого Чиполлино. Ну не надо только в Барсика. Блин, ты заколебал. Ребят, тут Барсика надо как-то беречь. Тут команда серьезная, я вдвоем не вытяну. Блин, да ты задолбал, а. Его приходится постоянно отхиливать, потому что, ребята, понижение брони, если на нем стоит, его быстро распетрушат. А этот охламон так быстро не сдается. И что вытворяет? Давай просто укусом добьем. Блин, а он везде. Давайте, наверное, так сделаем. Блин, а это кого сейчас будет бомбить? Неужели кривоклыка? Оу. Блин, у него ускорение, друзья, и усиление атаки. Нет! Ты смотри, чмошник, что сделано, ребята? Ну а как? А я если... Нет, у меня, наверное, не получится. Сейчас этого добьет. Прикинь. Вот это хмырь, а? Вот это хмырь. Ну что ж, друзья мои, будет мне уроком. Это будет говорить только... Ё-моё, еще и энергию потратить надо. Это будет не уроком. Почему? А потому что, друзья мои, надо этого ужасное чудовище в первую очередь. Блин, это что я потратил, ушло коту под хвост. В общем, будем бомбить того в первую очередь. Как он только появляется, его. Нифига себе, ребята, он на себя вешает. Он на себя вешает блокировку способностей, но на два хода он себе прокачивает скорость и урон. Причем, когда на пробитие брони идет, то ты сам видел, там дамаг просто зашкаливает. Нет, я такого не могу себе, ребят, позволить. Бог с ним, с этим Чиполлино. Мы как бы без него, ну, как говорится, справимся с его присутствием. Но что там вытворяется, там, ребят, не спасется. И у них тем более комба такая. Этот понижает броню, вот этот хмырь. А тот и рад стараться, просто на пробивку делает и все. Поэтому нет. Приоритеты выставлены, будем с тобой бомбить. Это он появляется с четвертой волны. Поэтому, ну вот после этой волны он появится. Обалдеть. Да, я даже не ожидал, ребят. Вот серьезно говорю, я не ожидал, что он настолько мощно бомбашит. Нет, с пониженной броней я прекрасно знал, что идет повышенный урон. Ну тот, щелк одного, щелк второго. Зашибись. Просто зашибись. Тут других слов не подобрать. Мне было хильнуться, но я, наверное, не успею, ребят.
Так, вот его в первую очередь щелкаем, друзья мои. Я понимаю, что это, как сказать, некорректно может быть выглядит смешно, но лучше его. Лучше его. Потому что так он бьет слабо, но когда он себя прокачивает, тут уж хоть прикуривай, как говорится. Так, Барсик, давай сюда, наверное, сделай, потому что мне не нравится, что этот... Он специально, ребят, понижает броню в того, в кого хочет лупить. Понимаешь? Давай хильнемся тогда. Это далеко еще не последняя волна, вот в чем беда-то. Пятое. Занимаемся опять этим, ребята. Опять этим же сосунком. Бог с ним, нам придется, конечно, потратиться на заклинание, на всю эту фигню. Но нам надо его уничтожить. Ты заколебал Барсика моего, а? Видишь? Если бы я не отхилил, он бы ему оставил вот столько, наверное, уже здоровиться. Совсем мизер. Ну, а с этими уже можно будет как-то уже разобраться. Так будет, ну, полегче, что ли, я не знаю. Сейчас мы сюда бомбанем, потом отхил сделаем. Ну, пока вроде бы норм. Пока вроде бы, ребята, норм все идет. Сейчас хиляемся. Правда, пониженная атака, хил будет маленький. Ты заколебал, а? Бомбит в одного и того же. Такой слабый урон. У него что там за супер это, супер понижение-то? Я не понимаю. На. Так, раз, два, три. Да, мы его сейчас... Раз. Раз, два. И через отхил. Все, друзья, последняя волна. Этот у нас будет первым. Понижаем, ребята. Почему понижение брони? Можно было хил бомбануть, но пониж... Так, он опять за свое. Он опять за свою. Сейчас будет бомбить Барсика наверняка, да? О! Он промахнулся, ребята. Это уже небольшой, блин, плюсик для меня. Так, а если я сделаю вот таким вот образом? Мы его уничтожим через... Оу! Подожди, подожди. Вот так. Тьфух. Я думал, что у меня 4 энергии. Ага, 4 энергии, конечно. Держи карман шире, блин. Ну что это за атака? Ну, ребят, на пониженной броне, ну... Точнее, на пониженной атаке. Хиляйся. Было бы, конечно, еще круто, если бы он хилял бы и снимал бы вот эти все дебафы. Да пипец какой-то, ну ты... У тебя-то откуда? У тебя не пониженная атака. Почему так мало слабо бьешь? Ну что, и тратить или так? Да я... Блин, или тратить? Давай потратим. Потому что он заколупает просто. Так, сюда, сюда и вот так. Все, ребятушки, пройдено событие. Так, ребят, крутим наш барабанчик. Ну, эх, собака. Чуть-чуть не хватило. Ладно, друзья мои, давайте забирать пак и смотреть, что же нам из него выпадет. Что это за пак такой? А, он ко мне на почту улетел. Ну-ка. Что за пак? Навстречу жаре. 120 рун, ребят, всего лишь. Оу, огнестрел. Такого у меня не было, ребят. Или, подожди, или был? Нет, это огнестрел неуловимый, ребята. А что значит неуловимый? Блин, у меня нету места. А что? Есть редкие, есть такие, а этот неуловимый. То есть его нигде не добыть, кроме как из пака, что ли? Я только так могу, ребята, это расценивать. Так, у нас еще здесь же серия испытаний. Так. А громорог защиты. Такой, по-моему, у нас был. Ну, есть точнее. Нет свободного места. Я никого не могу разместить, ребят. Что у нас фул по деревьям? Подожди.
По деревьям, если фул, значит, вызываем фейерверка. Давай, радость моя, лети. Так, здесь забираем обычный. И, наверное, ставим на открытие редкий. Редкий, ребята, пак ставим на открытие. По событиям у нас через двое суток будет хранитель против хитрых. Вот что я тебе могу сказать. Ой, лесничка-то я забыл отправить. Давай, родной, иди, копошись там. Землю нюхай. Землянюх. Да, да, друзья мои. Ну, руны все равно, ребята, купил. Там 120, мы потратили 65. Ну, 65 рун в плюсе. Плюс еще из пака выпало нам сколько? 20, да? 85. Нормально. Так, а этот что у меня без денег там сидит? Я что-то не пойму. Ну-ка. Опа. Опа. Лети, паршивчик. Ну что, дорогие друзья, на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.